мы проснулись утром в 10 часов, позавтракали. Позавтракали, а потом начали вот такие прыжки. Игрушек не хотим играть. Только прописи пишем. По точечкам. И вот такие прыжки. Что нам? Понимаете, хочешь? Нельзя. Нельзя так. Нельзя. Нельзя. Что? Что, прыгать хочешь? Сейчас вот что? Давай, прыг. Один разочек и все. Больше не будем прыгать, хорошо? Договорились? Да? Да. Ну давай.